Только завершили проверку учебных заведений, которые минировали 25 января, как уже новое сообщение. В полицию поступила информация, что школа номер 17 снова заминирована. После полученного сообщения из учебного заведения сразу эвакуировали 980 детей и 116 работников. Здание и территорию школы проверили взрывотехники, правоохранители и кинологи. Как обычно, в ходе поисков ничего не нашли. Напомню, накануне на электронную почту полиции поступила информация о взрывчатке в 373 учебно-воспитательных и образовательных учреждениях Одессы и области. К осмотру всех объектов привлекли почти 100 полицейских, которые завершили проверку только утром следующего дня. По факту заведомо ложных сообщений начато уголовное производство. Полицейские уже проводят меры по установлению личности правонарушителя. Шутнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы.